Астане определились победители традиционного международного турнира по рукопашному бою на Кубок службы государственной охраны Казахстана. Военнослужащие Отечественной армии возглавили медальный зачет. В течение 2 дней в казахстанской столице силовые приемы рукопашного боя продемонстрировали более 100 спортсменов из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана. Среди тех, кто выходил на татами, были победители и призеры чемпионатов мира, мастера спорта международного класса. Во всех весовых категориях безраздельно властвовали хозяева турнира. Итог выступления казахстанских военнослужащих – 9 золотых медалей и столько же серебряных. Для защитника рубежей Родины Берика Шиналиева эта победа стала уже 5-й. Турнир в Астане – это проба сил перед чемпионатом мира. С 1 апреля пройдут учебно-тренировочные сборы в городе Щучинске, где будут отбираться спортсмены на чемпионат мира и на чемпионат Азии. Чемпионат Азии состоится 12 июня в городе Астане. Чемпионат мира 12 апреля в городе Москве.